больше года занимаетесь же этим вопросом, да? Два года. По вашим ощущениям сейчас, насколько вот это все притормозилось, сколько еще может занять этот процесс? Как быстро эти люди могут вернуться? Знаете, мы можем забрать наших ребят за несколько часов. Всех. Мы знаем примерно, где кто находится. Я говорю о характере переговоров. Каким вы его видите? К сожалению, действительно, в Минске тема освобождения заложников, она приостановлена. Потому что к ним относятся действительно как заложникам террористы. В том числе один человек, который сидит за кремлевскими стенами. Я призываю политиков, чтобы на этом никто не спекулировал.